Учил апостол Андрея, Спаситель ходил по воде. И Андрей доставал из воды пескарей, Спаситель погибших людей. И Андрей закричал: я покину причал, если ты мне откроешь секрет. И Спаситель ответил спокойно: Андрей, никакого секрета здесь нет. Видишь, там на горе возвышается крест, под ним десяток солдат, повисите на нем. А когда надоест, возвращайся назад, гулять по воде, гулять по воде, гулять по воде со мной.